С вами Джек Шепард. Мы продолжаем играть в Bloodborne Old Hunters, и я победил Леди Марию. В прошлой серии, кстати, в конце я назвал ее Леди Марго, но это потому, что в этой игре есть босс Марго, поэтому я перепутал имя. На самом деле она Леди Мария. Фух, я выиграл ее. И сейчас мы заберем отголоски, которых ноль. За нее мне дали 136 тысяч. Вот. И с нее выпал небесный циферблат. Давайте смотреть, что же это такое. Так, небесный циферблат. Судя по всему... Может, это как ключ? Да, небесный циферблат. Если поднести циферблат к астральным часам, они оживут и откроют любопытному гостю свою удивительную тайну. К часам. Вот к этим часам поднести. А давайте пока мы не будем этого делать, а давайте-ка мы пока сделаем вот так. Да и я смотрюсь, я, наверное, тоже попозже. В общем, мне помогли ее убить руны на усиливание смертельных атак. То есть на 30% я больше урона ей наносил, парирование, смертельная атака и постоянные увороты. И плюс я еще поставил, чтобы смертельные атаки восстановили мне ОЗ. По сути, я только на репостах ее и победил. И причем мне осталось 9 пуль из 20 и 16 баночек. То есть я очень аккуратно все сделал. И в итоге получилось. Теперь, я думаю, стоит восстановить пули, которые я потратил. И мы сейчас пойдем к NPC, с которым мы говорили перед боем, который просил нас как раз ее убить. Посмотрите, сколько я пуль потратил на это дело. Почти 300 штук. Я думаю, что где-то 200 восстановлю себе обратно. И баночек 40. Вот этого мне, в принципе, должно хватить. Кость старого охотника, в принципе, тоже могла бы помочь, но она тратила пули, которые мне были очень нужны. И так, нам нужно в зал исследований, по-моему, чтобы с ним пообщаться. Ну, вообще, босс на самом деле интересный. Напоминает босса, не помню, как он назывался, по-моему, из второго DLC, который был в доспехах и с катаной. Вот. На А, по-моему,
назывался он как-то, я думаю, кто-нибудь мне из вас в комментариях напишет. Ну, тоже такая битва один на один. У нее очень мощные атаки начинаются, когда она кровью начинает бить. Там есть одна атака, которая луч такой вперед пробивает, просто невероятной длины, чуть ли не на все помещение. А куда он делся? Он же просил меня, чтобы я ее убил. Я ее убил, думал, что скажу ему, что я это сделал. И чего? Его нет. Ну давайте я попробую дверь открыть, вряд ли она откроется. Нам, скорее всего, все-таки надо к часам. И потом мы откроем еще какую-то часть локации. Да, здесь закрыто. Это балкон первого этажа. Так, ну если я вдруг найду какой-нибудь ключ от балкона, то тогда я буду знать, куда мне его нужно применить. Так, ну хорошо. В общем, телепортируемся обратно к месту битвы. Ну что ж, давайте посмотрим, какой же секрет откроется за этими часами. О, я уже могу поднести артефакты, кстати. Видимо, не обязательно к ним подходить. А, и здесь тоже не осмотреться особо. Ну, стул она свой, собственно, разрушила. Так, и что получается в итоге? Они заработали. Я все правильно понял? Блин, все это время было так весело и светло, а теперь все такое скверное и темное. Ну, прям продолжает удивлять это меня дополнение. Смотрите, мачты кораблей. Круто. Теперь осталось дойти и не умереть. Давайте-ка я факел возьму. Лодка. Шикарно. Прям какой-то обитель зла. Так, а он на меня нападет? Ладно, хотя бы нас не атакует. Охотник не одинок, поэтому помню помощника. Хорошо. Я здесь кого-то могу вызвать? Рыбацкая деревня. Осквернение навевает воспоминания. Ты в курсе, наверное? Так, тихо. Жесть какая-то. Так, ну давайте продвигаться. Потихоньку, помаленьку. Это что за твою мать? Тихо. Эй, а чё он не репостнулся? Приятель, это вообще сильно? Нет. Так, хорошо.
Пузырьки крови восстановили. Рыба в бочках. Это что такое? Фу, такие червяки по трупу ползают. Так, я знаю, что сзади меня кто-то есть, но я хочу посмотреть, что есть тут. А тут вообще пусто и некуда идти. Как резко все изменилось, а? Тихо. Ууу, целая толпа пришла меня убивать. Ребят, давайте по одному, а? По одному я готов. Блин. Ну, в принципе, я могу тут хилиться без проблем, потому что с них падают пузырьки крови. Иди сюда. Какие вы мерзкие, фу. Давай еще пузыречек. Так, ну это, я так понимаю, все разминка всего лишь. Потому что это самые слабые враги, сильные-то будут впереди. Хорошо. Чё это за фонарик такой? Блин, подставу чую я. Сверху кто-нибудь спрыгнет, убьет меня. Умеряющий самоцвет святой крови. Туда точно как-то можно попасть. Но я пока не знаю как. Слева откуда-то звук доносится, хлюпанье. Это что за твою мать? Блин, я застрял. Ну серьезно. Дурацкое дерево. Ну что ж, я снова расправился со всеми этими ребятами. Теперь надо как-то очень быстро добежать до этого пацана, который меня черепа отпускает. Наказать его. Чтобы он больше так не делал. Так, хорошо, еще один идет. Свинцовый эликсир. Слушайте, он меня приманивает, там кто-то есть. За стенкой. Или нет, нет, все-таки ко мне идет. А теперь просто вот представьте, какая вода в этом колодце. А туда еще и спуститься можно. Не-не-не-не-не. Нет-нет-нет. Так, наверху двое, внизу один. До свидания. Так, двое там на страже стоят. Еще один внутри. Двое даже, двое. Подстава, четверо. Уходим, тихо, спокойно. Вот это там жара началась, и они сами друг друга начали убивать. Кто-то еще и молотом там кидался. О, можно было по-хитрому сделать. Забыдурить. Так, срочно, кто наверху? Наверху вроде бы. Двое остались. Но один прям на меня смотрит. Понятно?
Я был бы очень рад, если бы мне двух ударов хватало на их убийство, потому что три — это непозволительно много. Тихо-тихо-тихо. Склянки еще какие-то на них висят. Ну, это, наверное, рыбаки бывшие. О, нычка. Прикольно. Блестяшки я люблю. Странно огненный крал, самоцвет. Ну, кстати, возможно, он даже неплох. Так, в тебе наверняка пузырьки крови, да. Так, хорошо, правую сторону мы зачем. И там реально какой-то здоровяк стоит. Так, ну, наверное. Если тут вот никто не прячется, то я, пожалуй, с этими ребятами разберусь. Спокойно. Кто прибежал? Ну, я кого-то услышал явно. И это был не этот парень. Или он. Не знаю. Сосуд с маслом. Ага, понял. Тихо. Оторванные головы висят. Ага, ну кидай в дерево, кидай. Блин, не, нельзя было так ложать. Вау, это что такое? Мать твою. Что за динозавр? Собака вонючая. Это просто жесть какая-то. Так, хорошо. Спокойно, нормально все. Здоровяка я вот не очень бы хотел за спиной оставлять, но с другой стороны и драться с ним у меня нет никакого желания. Он меня увидел, идет ко мне. И у меня нет ни одного молотова. А нет, у меня есть какой-то коктейль молотов замедленный. Он его туда кинет? Нет, он его кинет передо мной. Это тупо. Так, при броске за спину. Нет, назад я тоже не хочу ничего кидать. Блин, у меня молотовых простых нет, чтоб я мог их туда кинуть и взорвать все эти бочки рядом с ним. Так, а если мы поднимемся на... Что пишут? Безопасное место волшебно. Ага. Стой там, приятель, стой. Мудрость великих. Ты в курсе, верно? В курсе чего? Соперники от них тупоняет. О, шорткат. Ничего больше нет. Ну, кстати, я отсюда мог бы его вообще неплохо так завалить. Нет, слишком уж недалеко он кидает эти молотовы. Так. Ну да, мне просто нечем его атаковать. У меня есть 6 метательных ножей, но они его только приманят. Никакого урона не несут. И я сделал абсолютно не то, чего хотел. Хотя 118. Воу. А, береги захват клещи. Опа-па. Подстава справа, значит. Да? Ага. И чё, и где? Понял. Откуда он вообще тут выпрыгнул?
Нет, ты меня не слышал и не видел, и вообще не знал. Так, капюшон оборванного бродяги. Полное обмундирование, можно сказать, оборванного бродяги. Что-то мне подсказывает, что защита офигенная у этого костюма. Я хотел сказать, что она отвратительная. И голова даже лучше. Слушайте, я хочу быть оборванным бродягой. Только в Bloodborne. Вещи оборванного бродяги защищают лучше, чем все остальное. Это просто прекрасно. Ну, штаны разве что не такие крутые, но зато сопротивление безумию, быстрому отравлению, чудовищ, просто вообще все. От огня защита. Ну, физическая, правда, хуже. А нет, это я обугленного, вот, оборванного. И опять же лучше в большинстве вещей. Ладно, ребят, ну вот теперь мой новый костюм. Вокруг меня всякие мешки. Ну, выглядит он прикольно. Это получается какой? Третий или уже четвертый костюм в дополнении. Вот это да. Я еще видел, что люди в костюме какого-то, как бы, то ли вепря, то ли зверя бегают. Так что, как минимум, еще один тут точно будет. Блин, прикольно. Такой весь анимированный. Вот. Жаль, что я вот этого монстра бить не буду. Но я реально вот тут оставлю, он мне не нужен. Мы с вами просто пойдем дальше, посмотрим, что там еще впереди нас ждет. Я, можно сказать, затесался в ряды местных бродяг. Теперь я один из них. Так, тут их четверо. Блин, далеко. А нет, попал. Спокойно. Ой, метатели. Блин. Ну там еще собака дурацкая. Надо все очень красиво разыграть, ребят. Тихо, отходим. Отходим. Дерево меня спасет. Жесть какая. Все, один остался. Нет, не один. А, ну там вообще вдалеке где-то. Тебе ничего нет? Ты просто так светился. Слушайте, несмотря на то, что этот костюм выглядит неприглядно, мне он пока что нравится чуть ли не больше всего. Он очень крутой и аутентичный. Летят черепа! Мать-то твою, за ногу! Понятно? Понятно. И он там на самом верху, блин, стоит где-то. Так, окей. Окей. Это супер ловушка, я понимаю. Ё-моё, это еще даже больше ловушка, чем я думал. Прыгай! Это огромный, да, который? Да, это здоровяк. Так, спокойно, здоровяк. Да мать! И какие у меня были шансы? Да никаких! Хорошо, мы вернемся к нему. В общем, попробовал я призвать кого-нибудь на помощь, и, как ни странно, ко мне пришла помощница. Сейчас мы с ней посмотрим, что мы сможем сотворить здесь. Ну что, вот этого монстра я вообще бить не могу, реально, он просто меня выносит постоянно. Я вообще не знаю, что с ним делать. Он, короче, разбегается, прыгает, начинает скользить и сносит почти все КП. Давай как-нибудь вдвоем, что ли, его, а? Попробуем. Ну, посмотрите, он даже когда лежит, он бьет. Жесть какая-то, не враг. И я мимо пролетел, зашибись. Тихо, спокойно. Так, мне если что нужно будет у ворот все. А его сзади нельзя, что ли, это? А, можно бэкстебнуть, нифига себе. Я думал, он слишком большой для бэкстеба.
Давай, давай, братюнь, один удар. Его нанесу я. Нет, ты. Я могу только поаплодировать. Это было прекрасно. Хоть на оружие посмотрим крутое. Так, самоцвет забрали, отлично. Пойдем. Ну, в принципе, хоть какое-то разнообразие будет. Вдвоем-то бегать будет чуть-чуть повеселее. Так. Ну, я, так как первый раз, я буду в каждый угол заглядывать. Я даже не очень знаю, куда это нас приведет. Сюда нам или вот туда, как бы, или вот туда в дом. Давай посмотрим. Что такое? Так, хорошо, мы хотя бы добрались до чекпоинта. Мне кажется, что вот это все-таки главный путь. Ладно. Или нет? Да, это тупик, отсюда никуда не... Или стоп. С другой стороны, понял. Тут еще можно напарницу компьютера вызвать. Но очень хорошо, что он вперед меня не идет. То есть он понимает, что я здесь первый раз. О, поговорить можно. Это ж ты меня просил убить ту тетку. Так. And again. It never ends. Please. I need you to do something. Mm-hmm. This village is the true secret. Testament to the old sins. It feeds this hunter's nightmare. Please. Bring to an end the horror. So our forefathers sin. We hunters cannot bear their weight forever. Мы можем с этим разобраться. It just isn't fair. Острый лук Саймона - ключ от одной из камер в подземелье. От одной из камер. Подземелье. Это от той самой камеры, да? Которая закрыта была. Надо будет туда обязательно сходить. И кто-то плохой пришел к нам в мир. Давайте тогда пока тут постоим. Я бы не хотел бить врагов и еще и разбираться с фантомом. Это задница, которая в колокол звонит, вызывает фантомов, тут стоит, в этом здании. Так, как не туда? О, маленько. Почему не репостнул, а? Пошел отсюда! Еще кто-то пришел! А это уже NPC, да? Окровавленный наручи ты взял. Я один, что ли? Это реально, кстати, человек. И почему репоста нет? Можно узнать? Да, мой союзник погиб. Блин, погиб и я. Черт подери. Ну, молодец, парень, ты выиграл. Жалко, что у меня больше нет союзника, но теперь, по идее, мне, ко мне никто вторгнуться не должен. И знаете что? Мы прежде чем пойдем по этой всей локации, я хочу реально вернуться назад и попытаться открыть дверь одной из камер. Раз уж теперь у меня есть ключ, мы наконец-таки что-нибудь там интересное узнаем или возьмем. Плюс я еще лук не осмотрел, потому что одной из главных фишек этого DLC был лук, и я пока его вообще в глаза не видел ни у кого. Ни один из игроков, которые мне помогали, не были с луком. Так что интересно посмотреть вообще, как он выглядит, как он, как им драться можно. Так, 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 так. Вместо факела давайте возьмем.
А он не вместо факела, он как первое оружие, что ли, берется? Ну-ка. Острый лук Саймона. Саймон презирал огнестрельное оружие, поэтому он поручил мастерской церкви изготовить острый лук. Длинное изогнутое лезвие этого оружия можно раскрыть и использовать для того, чтобы выпускать стрелы. Над Саймоном смеялись все, кроме его самых близких друзей. Какой глупец отважится выйти на бой с чудовищем, вооруженным только ничтожным луком? Мне кажется, этот лук не так уж и ничтожен. Ну-ка. Так, выглядит это как клинок. Переключаем и оба-на, это лук. Так, держу, стреляет. И просто выстрел. Не, ну выглядит прикольно. Выглядит прикольно. Давайте отправимся в гробницы. Используем там ключик. Я вот думаю, либо это камера того мужика, который меня лжецом назвал и не пустил, либо это камера того проповедника, который в самом начале стоял слева и постоянно комментировал. Если ты в этом проходе умираешь, он это комментирует. Если ты не умираешь, он все равно это комментирует. Так, подземная куча трупов. По-моему, оттуда надо отправляться. Мне, наверное, даже не придется убивать здоровяка вместе с дедом в коляске, который сидит. Потому что они просто не дойдут, если это самая первая дверь. Круто, круто. Столько вещей новых. И персонаж классный был, который в итоге погиб. Так, давайте смотреть. Эту ли дверь открывает ключ? Да-да-да. Заперт. Нет, не от него, кстати. Какого черта? Я что-то понять не могу, они не репостятся, что ли, эти враги, или что? Тихо. Да я же запрыгивал за него. Пипец какой-то. Понятно? Вот такую вот броню я хочу. Не хочу, правда, рога, но вот такую броню я хочу. Ну что ж, значит, надо с ним задуэлиться, прежде чем дверь открыть. Видимо, реально что-то запустилось, какая-то реакция. Раз я стал обладателем ключа. Хорошо, мы его убили. Что с ним выпадет? Доказательство. Из него выпал его шлем. Доказательство Брадера. Скальп ужасного церковного чудовища. Свидетельство того, что охотник Брадер, убийца на службе церкви, с целью убил одного из своих товарищей. После этого он надел скальп своего друга и укрылся в келье в одном из глубоких подземелий. Церковь наградила его безмолвным колоколом смерти, чтобы их тайно умерли вместе с ним. Понятно. Ну, давайте наденем. Теперь я выгляжу как идиот. Хотя... Так. А дверь уже открыта? Это, видимо, он и был, и он в итоге выбрался отсюда. А, нет. Это не дверь. Вот дверь. Так. Нет, это был не он. Хотя нет, вот он. Это он и есть. I've never entertained a guest before. Are you going to kill me? After all, you've done kill me. As if to right your wrongs.
Я не очень-то отличаюсь от тебя. А с ним можно поговорить? What is it? Aren't you going to kill me? Or perhaps beg my forgiveness? Well, leave off. What's done is done. Не, знаете, я его убью, потому что он... Он заслужил смерть. Nothing changes. Such is the nature of man. Да-да-да. Кровопускатель. Это что еще такое? Сколько я уже... Кровопускатель раз, пила-вертушка 2, гремучий молот 3, острый лук 4, меч священного лунного света 5, 6, убийца-чудовищ, 6 видов оружия я уже нашел. В DLC 6 видов оружия. Это супер шикарно. Ну давайте посмотрим на пушку. А, все, понял, меня ж такое уже били. Теперь я понял, откуда она. Ой, она еще пульсирует, когда бьет. Жестко, жестко. Ну, штука, наверное, неплохая. И я, кстати, не посмотрел. Да, кровавая атака у нее очень хорошая от оттенка крови. Но вот если бы у меня оттенок крови, я говорю, был бы прокачан, если бы я не запорол себе персонажа, то... Чикаги и вот эта вот штука очень бы мощно выносила. А у него больше тут ничего нет. Какую-нибудь дверь, например. Открыть нельзя, да. Только оружие здесь было, походу. Но я подойду в любом случае ко всем дверям, проверю чисто. Да, тут ничего нет. Ну что ж, друзья, давайте на этом серию закончим. Продолжим исследовать нашу новую локацию уже в следующей серии. Мы раздобыли новую броню себе, раздобыли новый шлем. Вряд ли я, правда, в нем буду бегать. Мне больше маска-то, у которой глаза закрыты, нравится. Вот. Тут тоже заперто. Тоже заперто. Я думаю, что от этих двух клеток мы еще получим ключи. Ну что ж, большое спасибо за просмотр. Неплохая получилась серия, интересная. И босса убили, и... с напарником побегали, и в одиночку повыживали. В общем, сделали все, что могли, чтобы было интересно. С вами был Джек, увидимся в следующих сериях. Счастливо!